живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к Волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Ну, удачной охоты, сталкер. Подходи, пообщаемся. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Оружие убрал. Присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Thank you.
Помоги, брат. Возьми с трупа аптечку. Я не доползу. Спасибо, Мишина. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим владею обязательно передам. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать! Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Эй, есть кто живой? Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить.
ведь он радиоактивный. Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивный, радиопассивный. Я же его не в трусы засуну. Блин, так не смешно. Оружие убрал. Вот такое знает кто? Старые и молодые долговцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому: тихонько иди вон к тому дереву. Головастик на цыпочках пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый как завопит радостно. Во! Я же говорил, брешут, брешут, что тут аномалия. Хабар принес. Меченый, я тут поразмыслил на досуге. И хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка. Так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там нетронутые. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я узн...
Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы, явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно. Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер.
сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Чего стоишь, сталкер? Хочешь Вечеры. Пройти, иди сюда. Кстати, о стрелке. Бежал сталкер из глубокого рейда. Лесом кричут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Кто-нибудь. Даю координаты. Все, одолели тварей. Слышь, сволочь! Я тебя сейчас достану! Ну все, крыша! Мужик, я тебя достану! Сейчас достану! Thank you.
чё, нормалёк. Прорвёмся. Не зря же я тут вон сколько мне покопчу. И я, и друганы мои. Прорвёмся. Чё, нормалёк. Суки! Твою козёл, не врубаешься? Это бандит! Спасибо, друг. Я твой должник. Внимание всем! Говорит бес, командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь.
слова доброго никто не скажет. Идут! Они идут! Отлично, мужики! Выдвигаемся на позиции! Всем занять позиции! Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка.
собираются перебить группу Крота. Нам нужна помощь. Черт, это военный десант. Там же наши. Помогите! Спасибо, друг. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу.
подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи.
Опа!